Вот, купил себе верстак. Вот такой компактный. Красный. Вообще сделан в Китае. Вот. Вот так это все выглядит. Кстати говоря, коробка прикольная. С ручками все. Даже такие пластиковые вставки. Вот. Буду собирать. Потом поделюсь впечатлениями. Так, одним словом, вот такой верстачок. Вот как он выглядит. Сделан очень качественно. Ну, здесь даже по коробке все это видно. Даже пластиковые вставки. Вот. В отверстиях переноски. Сейчас буду разбираться. Вот эта штука, я так понял, раздвигается. В общем, разберусь, а потом поделюсь ощущениями, своими впечатлениями касаемо этого агрегатика. На самом деле здесь тиски, что очень удобно. Ну и что-то можно зажать, и что-то можно делать. В общем, вот так. Так, что еще прикупил? Ну, это касаемо бензопилы, она мне прям нравится. Хотя у меня есть электрическая еще. Так, масло от Husqvarna. И что самое любопытное, что она сделана в Швеции, это масло. Да. Вот, потом точилочку. Хочу руками поточить, посмотреть, как это все. Вот. И купил себе для своей Makita леску. Единственное, не знаю, не толстовато ли, я взял 3 миллиметра. Но, в принципе, она у меня мощная. Вот. Такие вот пирожки. Едем дальше. Так, значит, принцип тут какой? Тут вот ногой зажимаешь вот эти вот тиски, потом нажимаешь на замок, она прижимается с силой что-то там в какую-то чуть ли не 1000 килограмм. Ну, не знаю, насколько это верно, там надо еще почитать, могу ошибаться. Но вот установил сюда шину и попробую заточить цепь вручную. И, по-моему, у меня неплохо получается. Я думал, что это гораздо сложнее. Вот, на самом деле нет. Здесь есть такая специальная форма, которая четко дает 30 градусов. Шведская штука. И этот напильник такой ядреный, он моментально начинает затачивать эти зубья. Я думал, что это будет посложнее. Ну вот, пожалуй, пока да. Кстати говоря, касаемо верстака, классная штука. Педали вот эти зажимаешь, на кнопку нажимаешь, и она прижимает ее так, что ты там захочешь не выдержишь. Ладненько, я продолжу. Всем пока.